Здравствуйте. Я представляю проект, далекий от инфобизнеса, но тем не менее я здесь. Я представляю интернет-магазин старинных гравюр oldgravura.ru. Казалось бы, антиквариат и инфобизнес. Что общего? На самом деле, интернет-продажи, возможно, любого продукта, любого товара и любой идеи. Конференция чрезвычайно понравилась. Особо выделить кого-то из участников просто невозможно. Это фонтан эмоций. Но, может быть, по своей эмоциональности понравился Артем Тимофеев. Он просто зажег аудиторию. Большое спасибо организаторам конференции. Спасибо большое. Андрей Кремнев.